В январе этого года в нашей семье произошла трагедия. Племянник Дарлин скончался в возрасте 1 года из-за гидроцефалии. Дарлин хотела поехать в Пангасинан, чтобы побыть с семьей, но в то время в нашем регионе были наводнения. Сегодня мы едем в Пангасинан, чтобы навестить семью. Это главная причина, по которой мы приехали на Луссон. Мы можем побыть с братьями и сестрами только в выходные, потому что в другие дни они учатся. Сестра Дарлин Даниэла и мама сейчас в Маниле, так что мы не сможем их увидеть. Но мы все равно счастливы, потому что встретимся с остальными братьями и сестрами спустя 2 года. Здесь высоко в горах туман, облака. Мне пришлось одеть свитер, потому что довольно холодно. Вот, у меня есть футболка и свитер, и то даже продувает. Ну, сейчас спустимся ближе к морю. Там будет тепло, снова жарко. Делаем пересадку на другой автобус. О, здесь уже такая жара, больше 30 градусов, наверное, 35, а может еще выше. Thank you. Welcome to Pangasinan. Очень-очень жарко. Ага. Очень непривычно. После нескольких дней прохлады сразу в такую жару, в духовку вернулись. Да. Так интересно. В один день и в одной стране и так все меняется. Как будто климатические пояса разные. 34 градуса здесь. Тупик. Тупик. Yeah. Тупик. 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 Не тел тупикс. Тубагуй. Тубагуй. Два свинины. What is this? It's like sticky rice with coconut and they like grill. Липкий рис с кокосовой стружкой и на гриле приготовленный, зажаренный на костре в банановых листьях. Dalawang puto. Isang kalat na sis puto. No. Puto. Kalasaw. Yes, it's puto. Puto Kalasaw. There is one place here in Pangasinan named Kalasaw, and they are very famous for their puto. Yeah? Yeah, tasty. Мы добрались до отеля и заселились. И сейчас отправляемся на встречу с сестрами Дарлин. Сейчас мы увидимся только с Даникой и Дарлин, да? Yes. Вот, купим продуктов на рынке, покушаем. Ноги у Дарлин болят после вчерашнего сбора клубники. Она сегодня еле проснулась. Еле встала, вернее, с кровати. Привет! Hello! Hello! Hello!
мы проголодались. Нужно где-то пообедать. Мы зашли перекусить в Кариндерию. Yes. Я на пинака марами на колни. This is pinapaitan. Uh-huh. Mm-hmm. This is pakbet Ilocano. Pakbet. Mostly like what is it? Peppers and okra and. Ah, what is it? Pinakbet. Pinakbet. It's like mixed vegetables. Ang hirap. This is igado. Igado. Pinapaitan. Yeah. What do you think? Good soup. But for me, a little spicy. Ага, вон у них список какой-то уже написан. Что нужно купить к завтрашнему дню? Мне кажется, что Дарлин с сестрами серьезно никогда не разговаривают. Они всегда смеются, всегда шутят. Вот такой есть напиток на Филиппинах. Называется Якулт. Вот, кисломолочный какой-то, ну как бифидобактерии какие-то. С йогурт, что ли, жидкий такой. Кисло-сладкий. With soy sauce. With soy sauce. That's why Danica took it. Smart. We choose this because ito yung nakasanayan namin na panghimpla ng adobo. Adobo for adobo. Good. And also this. And also this. Silver swan. Sukang puti. White vinegar. White vinegar. It's favorite. Favorite? Jambot. Карета подана. И вот в эту карету надо уместиться трем девчатам. Вот поместились. Так, и еще вот сюда вот мне. Beautiful motorcycle. Very nice. Very colorful. Thank you. Я пришел в номер, а девчата еще поехали на рынок. Вот что-то еще хотят купить, там мясо, чтобы завтра пожарить барбекю. А я немножко передохну. Вот такой у нас небольшой номер. Комната с кроватью. Стол, телевизор, кондиционер. Окно. Ну, окно, правда, в никуда. Стена здесь. Ну и также душ, туалет. За этот номер мы заплатили 1200 песо за сутки. Правда, воды... Когда мы приехали, не было. Не знаю, сейчас есть или нет. Нет. Также по-прежнему нет воды. Как купаться? Ага. Ну, тут бежит так, остатки. Номер без воды. Маленький такой. А по цене практически так же, как в Багио. Там мы заплатили 1300 песо. Вот, но там была целая квартира с кухней. И вода была постоянно. А здесь не знаю, когда ее дадут. И дадут ли вообще. Ой, что-то я весь разлохматился. Ох, разлохматился, сгорел.
Ah, hi. Hello. Welcome to our room. This is for Jai and the Leon. Sana ha siya. The dress that already can't fit me because I'm already chonky. Chonky. So I gave to Danica. Yes. And this. So maybe it's special dress. Yeah. You will like put on, you will chunky too. Sana. Joke. Sana. He wants. She wants. She wants. Yes. Ito kay Boyan tsaka kay Ila. It's like we go in Davao. Yeah. Yeah. На следующее утро мы поехали на трайсикле в дом, где живут братья и сестры Дарлин. Сейчас в Пангасинане лето, и фермеры продают свои арбузы на обочине дороги. Они огромные. 30 How we can eat this? Okay. Нам дали попробовать арбуз, но никогда так много не давали. Четверть арбуза. Сейчас Дарлин расплатится, поедем дальше. Okay, bye. Thank you. Good morning. Good morning. Good morning. Сегодня мы едем на пляж. Друг одной из сестер Дарлин разрешил нам взять его мотоцикл с коляской. Thank you. Здесь его называют гаронг и обычно используют для перевозки свиней. Поначалу дорога была хорошей, но потом начались крутые подъемы. Гаронгу стало очень трудно тянуть нашу большую компанию. I told, I know this place already. What go? I take. Я знал это место, мы уже раз вот так чуть не покатились назад. Я боялся, хотел сзади как-нибудь там или пешком идти, говорит, садись. Ох, опять чуть не поехали назад.
были на огне. У нас проблема с тормозами. Ну, сейчас здесь вот филиппинцы, может, помогут, потому что с собой ключей часто здесь не возят ключи, инструменты. Привязали резину от камеры, чтобы хотя бы возвращала вот этот рычаг назад, оттягивала. Вот такой лайфхак. Вот такие здесь беседки из бамбука, вкопанные бамбуковые стволы, вот вертикальные стойки, спинка идет такая, как у Косина, тоже вкопана. Здесь крыша Нипа. Sometimes don't have to. I found. Ari. Mm-hmm. This is taptapuyo. Who eating nilugaw? I don't know in English what is this. Agulat ka mat. Mabay na anak mo di English ko. Так, вот какие-то насекомые. They not bite. They not? No. No? Yeah. You think, what the hell? So many hair. Forest. Forest? Oh my god. Forest. I'm in the forest. Tick, 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 tick. Oh no. Я завидую филиппинцам. Целый день могут на жаре быть, на солнце, в воде и
не сгорают. А у меня все лицо красное, нос красный. Даже в тени я нахожусь. Вот, сделал себе вот такую накладку на очки, не знаю, вставил карточку, чтобы хоть как-то нос защищать. Он уже и так облезет. Вау! Устрицы? Ойстер. Ойстер. You need a piece of cloth and put your oyster on top of it. And then your knife, you have to wrap it with a small piece of cloth also. And then this is the top of the oyster and this is the bottom. You just have to stick your knife there. Like there is something like hole here or I don't know. Just like so. Okay, and like open. Then, and you open it. You just cut this muscle here. And ta-da! Very good. You can put vinegar and chili here. But don't need the salt because it's already salty. Very nice. These oysters, we buy it from the friend of Daniela in Napo. They have farm, they have oyster farm there. It's a lot of oysters. It's one sack. Yeah, one sack of oysters. How much this? It cost 1,400 per sack. Yeah. We will put some onions and chilies. And some vinegar, calamansi. For you? For me? Fresh oyster. Fresh? Mm-hmm. Oh. I can all eat this? Don't eat the shell though. Thank you. I already want shell. Yeah. You need some soup. It. Are there not rock? No, it's okay, it's okay. What do you think? Salty. Salty and creamy. Mm-hmm. Tasty. Tasty, yeah? Taste like селёдка. I don't know how it's in English. Действительно, как селёдка. Маринованная. You remember in Russia salty fish? Yeah. Like this. Tastes like so. Like so. Yeah. That's why I like it. Uh-huh. Yeah. Tasty. You want more? Agurika. Takwa. Then I'm gonna. Uh-huh. Свежие устрицы. Прям только выловленные. Yung hotdog pa lang. When Darilyn and I were children, we always go to rivers and take oysters there. It's like wild oysters. So sometimes half day, yeah, and mother already mad at us. Yeah, because we first do swimming. Swimming first before getting oyster. Tatalon pa tayo sa jump in the bridge. Bridge. Sa bamboo bridge. Yeah. Oh, kalat din ako. Yeah. Sabi ko alam ko na yung sasabihin. Oh my God. Uy, my God. Ito.
Ang pangit-pangit. It's delicious also to boil. Boil or boil. Boil or grill. Also na yung better days to come and carry us like wind in our sails. Hold on tight, I can smell the shore, it's right in front of us if we just hold on tight. This vision that I saw is getting closer every dawn. Binungay. Yeah. It's a sticky rice cooked in coconut milk inside the bamboo. Yeah. I think you can only find this in Pangasinan, so every time I'm here, I always try to eat binungay. It reminds me of my childhood. Uy, ang lakas na yan, man. Wow! Look, like so. Like so. Beautiful. Look. Beautiful. Yeah. Bigyan mo si DC. Bigyan mo si DC. Good. Good. This is a little salty and like creamy. Yeah? Yeah. Tasty good. I like. Сегодня мы возвращаемся домой, в Давао. Сначала нам нужно пересадку сделать. Where we will change bus? In Дау. Дау. И оттуда поедем в Кларк. Оттуда наш рейс в Давао, самолет. Да. Да. Поустали здесь. Да, но счастливые, довольные сейчас вот сидим в автобусе, возвращаемся домой.
уже не терпится поскорее вернуться в Давао. They are going to Manila now because Dion has school tomorrow. Дарлин и Дарлин стараются растянуть время, чтобы подольше побыть вместе. Специально подгадали, чтобы даже ехать на одном автобусе. To all departing guests on Cebu Pacific Air Flight 5J985 bound for Davao, please be informed that your assigned aircraft has just arrived. Congratulations! I've been trying since last year. It's only bag. Only bag. А, Дарлин наконец-то выиграла в этой игре в самолете. We come back to equator. Our equator. Our equator. I'm just so happy to be home.